Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем бороться с архидемоном. У нас еще две попыточки. В прошлый раз я вам показал. Мы пробовали с Космо. Довольно-таки неплохой результат получился. Но сегодня мы опять сделаем тест с Огником. И стартанем с тыковки. Еще попробуем на тыковку. В принципе, что воодушевление показало себя, что мы ставили Бравлера. Попробуем поставить раскол. И посмотрим, что с этого получится. То есть еще такой вариант. И старт сделаем с тыковки. То есть такая вот тыква у нас будет. Инка. Укротитель. Ведьма. Так, стрелок. И сейчас мы соберем еще дополнительного огника. Вот такой вот вариант. Стартуем мы с тыковки. Так, первым у нас будет тыква, дальше будет у нас идти огник. Укротитель, ведьма и стрелок. Вот такой вот состав. То есть, по сути, попробуем этот тот же, как и первый наш состав, просто единственную эмблемку я уже не втыканул. И также у нас будет разгон с тыковки. Ну и плюс эмблема раскола. Сейчас посмотрим, что у нас в итоге получится. Ну, в среднем 5,3 где-то так должно быть. Так, я не увидел, сколько там первый у нас был. Сейчас посмотрим, за сколько у нас два убьется. Ну, 47, в принципе, неплохой результат. Посмотрим, что в итоге у нас получится. Ну, как видите, тыковку атакуют. Раз на раз не приходится. Да, что-то приспешники там прям. Один 16, 35. Ну, где-то плюс-минус одинаковый результат будет, мне кажется. То есть это тут больше играет роль уже рандомчик. Как повезет. Ну, как видите, старт стыковки вроде и хорош. Но ее приспешники потом бьют и забирают энергию, соответственно. Даже я сотрю мисса им иногда. И он заряжается. Ну, 40 секунд это пока лучший результат вроде как бы. Плюс-минус. Сейчас посмотрим, что в итоге будет.
Благодаря тому, что тыковка, как видите, у меня 30-го прорыва. Можно не ставить питомцев на отхил. Ну, 7 секунд. Да, разница очень большая. Вот видите, надо все-таки стартовать с тыковки. 5400. То есть мы улучшили наш результат, получается. В принципе, неплохо. Сейчас попробуем, что тут у нас стопы понабивали. Сейчас еще пока никто не набил. 5800. У нас 400. Мы даже не попали в топ-30. Тут 50. Давайте попробуем еще разок такой же состав. Посмотрим, как в этот раз пойдет. Вы видите, разгона нет. Плохо очень разогнались в этот раз. Очень близко кинули в ноги. Как-то разгон вообще печальный. Чтобы 5 даже набили, не знаю. Надо немножко дальше все-таки кидать. Мы потеряли секунд 10. Вот видите, уже 2.18 и 2.16, 5-6 секунд потеряно. Даже больше. То есть надо не кидать сразу в ноги, надо немножко дальше кидать. Чуть-чуть. Но опять же, это рандом. Раз на раз не приходится. Вот видите, тут включился, потеряли тоже пару секунд. Где-то в районе 5 набьем. 1.9 получается. Нехти попытка, но мы увидели, что все-таки можно стартовать с тековки. Это будет лучший результат на таком архе, который призывает монстров. И с топором плюс можно ставить раскол. И там браулера, эмблемку. Это тоже нормально будет. Но единственное, с высадкой весь рандомчик. То есть мы там не разогнались, соответственно, мы потеряли. Ну, тут, конечно, немножко догнали. 3-4 секунды у нас потеряно. Ну, 5 в любом случае убьем. Даже все равно лучше, даже с таким плохим заходом у нас получился результат лучше, чем в предыдущие разы. То есть старт, вот видите, стартанули плохо, минус 350 или 300 там миллионов. Так, что тут у нас за плюхи? Ничего такого интересного нет. В общем, вот так вот. В следующий раз, я думаю, если будет такой архи, где-то попробуем убрать химку, поставить заклинательницу. Ой, фу, ты говорю, заклинательницу, сердцеедку. Думаю, с ней тоже будет интересный вариант потестировать, посмотреть, что она может сделать, так как она тоже неплохой дамагер. У нас все равно потолок. Тут получается, надо будет сделать 13-й скилл и в
принципе, скилл ничего не даст, по сути. Потестировать, посмотреть, что же все-таки получится. Может, она тоже будет тащить, она забирает энергию, то есть, соответственно, он не должен включаться у нас в таком случае. Возможно, такой вариант. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.